Еще один ребенок погиб в пожаре в Красноярске. 5-летний мальчик отравился угарным газом в квартире 9-этажки на улице Северо-Енисейской. Следователи предполагают, что ребенок сам устроил пожар в квартире. Погибший мальчик жил вдвоем с матерью, рассказали в Следственном комитете. По предварительной версии, женщина ушла на работу, оставив сына со своей сестрой. Но та закрыла его в квартире и отправилась в поликлинику. На месте ЧП нашли зажигалку, поэтому есть версия, что мальчик с ней играл и произошло возгорание. Возбуждено уголовное дело.